Компания «Газпром Трансгаз Томск» приступила к ремонту магистрального газопровода «Парабель-Кузбасс». Эта ветка бесперебойно обеспечивает топливом сотни больших и малых населенных пунктов, крупнейшие предприятия Томска и Кемеровской областей. Благодаря опыту и профессионализму газовиков, проведение ремонта не сказывается на потребителях. Недалеко от села Лебатюр Чаянского района на 134-м километре магистрального газопровода «Парабель-Кузбасс» сегодня идут работы повышенной опасности. Трубопровод готовят к плановому ремонту. Сделать это можно только зимой. В любое другое время года крупногабаритная техника сюда не доберется. Увязнет в болотистой почве. Если мы начали работать, мы не можем эту работу бросить, да? Если будет мороз 40, то мы все равно будем этот мороз работать. Приходится нам работать и в холод, и в ветер, и в грязь. Но задача должна быть выполнена. Технология производства ремонта такая. После проведения диагностики трубопровода в случае выявления дефектов проводятся работы по отключению данного участка газопровода. Затем в трубе вырезаются специальные отверстия, которые называют технологическими окнами. Они нужны для того, чтобы оставшийся в трубе газ вышел наружу. Теперь, когда технологические окна готовы, в них установят по два вот таких устройства. По большому счету, это большой резиновый мяч. Когда его наполнят воздухом, он полностью герметизирует ремонтируемый участок и обеспечит абсолютную безопасность работ. В проведении ремонтных работ задействованы только высококлассные специалисты. Они обладают уникальными знаниями и огромным опытом работы. Компания «Газпром Трансгаз Томск» более 40 лет обеспечивает надежную эксплуатацию газовых магистралей на востоке России. Этот опыт помогает компании выполнять функцию заказчика строительства магистрального газопровода «Сила Сибири» в рамках Восточной газовой программы. Газопровод будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Мы выполняем своими силами, собственными. У нас есть аттестованные специалисты, как сварщики, монтажники. Выполняем качественно, в срок, то есть никого не привлекаем. Потребитель у нас не остановлен. Газ подается по параллельной нитке, магистральный газопровод «Парабель-Кузбасс», вторая нитка. Значит, все, газоснабжение обеспечено. Обеспечить бесперебойные поставки газа потребителям – это главная задача компании «Газпром Трансгаз Томск». Среди них и крупные промышленные предприятия, и жители сельской глубинки. Ремонтные бригады обещают завершить плановые работы на этом участке уже к 1 декабря. Нет сомнений, с этой задачей томские газовики точно справятся, как и всегда. Елена Нечаева, Андрей Никифоров, «Вести», Томск.